Приглашаем вас на первый всеукраинский слет кладоискателей, который пройдет в городе Киев 24-25 сентября. Участвуй в розыгрыше призов на сумму более чем 20 тысяч гривен. Приходи и найди свой клад. Подробнее ссылка в описании. Ребята, всем привет! Привет! С Коляном сегодня мы этот квест записывали. Вы, наверное, уже его посмотрели, квест выкопали. Монеты наши. Я говорю, Колян, давай прокатимся здесь по полю за одним. И дальше. Если, говорю, выскочит одна монета, то полноценный ролик запишем. Если не выскочит, то так, сборочку сделаю, может, что-нибудь. 2 копейки сейчас нашел, сейчас увидите. Это будет впереди. Сейчас здесь походим. Здесь поля, песочек. Дальше переедем, еще дальше погоним. Посмотрим, может, если этот ролик видите, значит, будет полноценный ролик. А может, нет, Колян, пойди, сборочку здесь сделаю и все. Ну, из остальных копов, если не найдем ничего, еще что-нибудь наставляю. Так что смотрим, не переключаемся, будет интересно. Погнали. Погнали. Коляныч, у меня первая монета. Понял? Ходим мы тут. Нашли местечко. Ни хрена нету. Вон от квадроцикла сколько прошел. И первая монета только выскочила. Савдеп, походу. Зуб такой был противный, как у савдепа. О, 38-й год, 2 копеечки. Пойдет. Здесь низине песочек. Правда, не обрабатывают никогда уже. Ну, откуда-то есть монетка. 2 копеечки, 1938 год, металл, алюминиевая, бронза, масса 2 грамма, диаметр 18 миллиметров, гурт ребристый, цена базовая 50 рублей по каталогу. Что тут у нас? Бедняцкое поле, Коля. Там вот деревушки идут, там деревушка. Там еще одна залысина есть вот за этими кустами, сейчас туда переедем. Имперский, Коля. Хотя, может, пробочка. Пятак, наверное, екатерининский. Во, песок, Коля, галимый. Хоть и травкой заросло, но один песочек, как пух. Нога, проверь. Что, хрипит? 80-й. Маленькая монетка. Понимаешь? Или пробка, или серебро. Позорище. Откуда здесь пробки-то? Пивные, главное, да? Но уже после 70-го года, без стеснения. Ладно, ищем дальше. Зашел в дремучий лес. Иду такой, иду, и монетка здесь. Кто-то бы терял. А, ходячка. Здесь копеек. Не берем. Такое ощущение, как будто дорога здесь была старая. Вышел на поляночку. На небольшую. В лесу сигнальчик, и конина выпала. То ли здесь поле раньше было, то ли... Возможно, дорога шла. Колян там по полю ходит, а я что тут по крайней леса. Интересно, интересно. Какие в лесу находочки. Вон там поле идет. Я тут по лесу шляюсь. Может ли поле здесь раньше было? Песочек, сейчас заросло все. Вся конина почему-то в одном месте. А, собирают он, что, пойдет. Вон, выскочила. Опять конинка.
Сейчас покажу, сколько я уже тут ее надергал в этом месте. Не знаю, что за конина, откуда столько много. Все в одном месте. Еще одна. Еще одна. Это с кусочком кожи. Походу вожжи тут туда потерял. Первую конинку нашел. Второй сигнал, вторая конина. Вон третья конина. Еще парочка рядышком выскочила. Что, сбрую кто-то потерял, что ли, под елкой. Три конины сразу же. Может, еще есть, не знаю. Не смотрел. Осенний лес. У нас дождей не было, грибов нету. Так красота. Вот сколько насобирал конины в одном месте. Может, еще есть. На этой полянке топчусь. Уже 8 штук попалось. Не монеты, но все же. Вон там деревня была видно. От нее тополь стоит. Может, дорога здесь напрямую шла? Туда куда-нибудь. Непонятно. Коля там где-то на поле ходит, ничего не находит. Сигнальчик. 12.41. Непонятно, что такое. Это здесь. Опачки. Серебро, Колян. Хо-хо. 20 копеек, Коля, 23-й год. Вот это да. Хе-хе. Берем. Сейчас, пацаны, покажу. Серебрушка. Название 20 копеек, год 1923. Серебро 500-й пробы. Масса 3,6 грамма. Диаметр 21,8 мм. Гурт ребристый. Базовая цена 100 рублей и выше. Сохранчик обалденный. Берем. С леса я вышел. И уже к квадроциклу иду. Думаю, сейчас переедем. Вон там тоже у них поля. Вон за кустами тоже песочек. И как обычно, идешь к квадроциклу, и что-нибудь да выскочит. Коляныч там что-то цепанул тоже. Проволоку, наверное. Че, Коля, проволока? Ага. Хе-хе-хе. Опять ты пиво пил. Когда ты пиво пьешь, тебе не прет. Наконец-то и у меня сигнал. Не, алюминиевая бронза. Пойдет. Трояк. Не видно пока. Пуля охотничья выпала. Называется спутник. Замята, походу, в кабана попала. Шляпа, но находочка все же. Как-никак. Вон там что, деревня осталась. Тополь да кедр. На вершине стояла. Шляпу ты мне, Коля, дал, она мне мала.
Там в лесу, походу, раньше Коля поле было. Конина, шманина всякая. Лес чистый. Туда вот надо съездить сейчас. Ты борщ, чебурек? Не, ешь. А что с тобой? Не хочу. Аппетита нету? Болеешь, что ли? Да нет. А чай-то не тоже не борщ? У меня водичка есть, борщ? Пей чай-то, я маленько возьму потом. Ну как у тебя жизнь-то, Коля? Нормально. Что случилось с тобой? Почему находок мало стало? А? Металлоискатель пора менять. Не, нормальный металлоискатель. Будут находки, погоди. Ну, металлоискатель опять привыкать. Нафиг. Смотри, заехали в первое попавшееся место, все равно монеты есть. Угу. Это у меня такое ощущение складывается, или мы фартовые, или везде монеты есть. В любом месте. Везде есть. Искать надо уметь, да? А как уметь? Все равно от удачи зависит. Люди все равно везде ходили дальше. Вон я в лесу, и то здесь капец нашел. Что они там делают? Тут людей-то за 3-9 земель нету. Грибники. А где здесь? Как они сюда приезжают, на чем? Что, на машине, что? По полю? Угу. Ну можно там, леса хорошие. По краю леса ходят. Грибочки собирают. Что, ты устал уже? Угу. Лучше, чем дома-то сидеть. Конечно, ну хоть прогуляться надо. Ну а что дома сидишь? Что запечный еще? Таракан. Найти бы еще что-то. Погоди, когда они выстрелят, один хер. Ящичек. Со слитками золотыми, немецкими. Нет. А автомат найдешь, куда девать будешь? Нафиг он. Милицию? Фисковому сдам. Пойди продадим лучше. За торговлю оружием? Мы же не скажем, что мы торгуем. Знают. Я вчера штык-нож немецкий, ой, немецкий этот, АТК, 47-го купил себе. Тебе надо такой? А что? Зачем? Козлятинку порезать. Кого? Козлятинку порезать. А что такое есть нож? Много вопросов подписчиков, ой, у подписчиков много вопросов к тебе. Каких? Канал, почему у Коли нету чемпиона? Израиль молчит. Почему в группе нету Коли чемпиона? Ой, в этом группе, в этом. ВКонтакте. Все пердуны до твоего возраста сидят в одноклассниках. Mm-hmm. Тебе там надо регистрироваться. Почему? Ну, у нас молодежь сидит, как я, ВКонтакте. То пердуны они в одноклассниках. А самые пердуны они в этом, в моем мире. Mail.ru. Три категории пердунов. Молодые пердуны, старые пердуны и средние пердуны. Кто пек чебуреки, вкусные какие? У нас тут пекут. Продают, что ли? Угу. Дорого? 25 рублей. А на повороте 40? 40. А где, что, заедем, пойди купим? А все, наверное, распродала она. Она дома пекет, а... В школе продает. А, вот злыдня. Ну там, не детям продают. Успитка. Ну понятно, ходит все так, по шабашу. Жить-то надо на что-то. Вкусные все были у тетеньки. Коля, я разлил все. Чего ты тут налил? На свинячил. Что ж. Че, куда рванем? Туда или туда-обратно? Там хоть деньги попадают. Где-то? А вчера где были? Не, на то поле не поеду, пока не допашут. Там мы все с собой собрали. Конечно, попадется, но нам ходить надо. Лучше давай в неизведанные места ездить. Туда, потом туда. Вон здесь можно с этой стороны деревни походить. Там трава. Ну, если нет, травы нету. Там где-то в углу это была кузня. Где-то вот там в углу, в лесу. Кузница. Поехали. Точно, только не знаю, где она, где-то была. С кузнецом все равно расплачивались деньгами. Может, железо много. Чермет. На-ка, засунь себе пакет. Сдадим. Пригодится. Под чебуреков.
Журавли летели, ты чего не снял? На юг полетели уже. Ну, они высоко были. Габа тряслась опять. У тебя же это... Зум. Он трясется больно. Зум, мазум. Да, здесь монеты есть, только все в траве. Даже петровские рубли, наверное, валяются. О, это не знаю. Че? Дорогие монетки они были. Чего? Не теряли. Раньше тоже дорогие, думаешь, были. Че? Нет, тоже крупный. Че? Вряд ли его с собой таскали. Дома прятали в кубышку. Потому что на него много можно было что купить. А что путинский руб себе не придумает? Зарплата была. А, такой руб был бы, и Путин изображен на нем. Где-то при Петре или не помню при ком. Зарплата была 6 рублей в год. Ты говоришь. Руб типа он. Как сейчас 100 тысяч, наверное. Дай мне там маленько. А, я же думал, ты в завязках. А ты, я кажется, чеферист. Крепенький я. Я крепенький такой. Я в баре, между прочим, покупал. Дома времени не было. Заехал, купил. Ну там бросили пакеты мне, это все. Ладно, едем дальше. Ну, я вижу, мы вчера с Колей ходили. Вот я такой крест серебряный поднял. Там видео засветил его. Ну, я думал, оловянистая бронза, нет. Почистил. Серебрушка. Я-то больше находил, помнишь, серебряный? Да. О, веки. 5 сантиметров. Давай, Коля, носить будем такие кресты. Как староверы. Надо церкви его освещать. Да, ну, он и так освещен. Че ты? Предрассудки у тебя где-то. Носят чужие кресты. Чего-то не носят, а что они чужие-то? Кто нашел, того и крест. Переехали мы оттуда сюда. И что обнаружилось? Вон там пашня. Когда они успели спахать, не знаю. А вон там дальше деревня стояла. Вон тополь от нее. Соответственно, что мы сейчас делаем? Сначала здесь чешем, здесь у нас песочек. Туда вот поля уходили за сосенки. Сама деревня вот стояла. Ой, что-то у меня не туда фокусироваться. А потом туда едем. В общем, работы непочатый край, Коляныч. Тут один песок, Коля, и находок нету. Прикинь, на этом поле. О, гору нашли. Там глубочайшая нора. Кто-то тут живет. Ну там Колян не достать. Больно здесь много этого песка. Лиса, думаешь? Что? Лиса? Лиса, наверное. Медведь, наверное. Маленький только. Коляныч меня там отвлекает от работы и говорит, нашел монету. Че у тебя, Коляныч? Такое поле богатейшее. Песочек, красота, монет нету. Где он у тебя? О, 5 копеек. Чего ты, Коляныч? Я думал, у тебя империя. А у тебя тут чушпанская монета. Да, они дорогие. Сейчас посмотрим. 27-й год. 31-й, Коля. 100 рублей. Да? Че, у тебя каталог есть? Да. Давай, доставай. Глянем, алюминиевая бронза, масса 5 грамм, диаметр 19 миллиметров, наверное. Я скоро все уже улучшу. У Коляна телефончик новый, кто-то ему подогнал опять. О, украл. Че ты, 31 год, 5 копеек, разворачивай давай. 120 рублей. Говорю, 120 рублей, давай зачитаем, что там. 31, да, масса 5 грамм. Диаметр 25 миллиметров. Гурт ребристый, цена базовая, 120 рублей. Пойдет, Коляныч, не империя. Поехали-ка туда вон, переедем. На пашню. Что, поди еще пройдемся? Не, время теряем. У нас и так время-то уже вечер. А нам еще, смотри, там какую пашню надо обрабатывать. Пошли закругляться. Ой, закругляться, переедем. Не нравится мне это поле. Там-то вообще травы нету, Коля. И сигналов нету. Мертво. Парадокс. Я хожу всегда хорошо. Не смогли проехать, тут яма такая. Колян будет сейчас штурмовать. С
скажет, есть ли там вода. Переехали мы, вон поле спахано. Погуляем по нему. А там деревня на той стороне стояла, но там, по-моему, рожь еще сидит. Сейчас мы вверх-то поднимемся и посмотрим. Ну что там, Колян, сухо? Нормально. Так, воды-то откуда взяться? Дождей не было 100 лет. Что-то у нас в комочке лежит. Опачки. Конинка. Сердечком. Керамики полно. Все поле усыпано в керамике. Почему-то находок вообще нету. Бедняцкая или выбитая. Коляныч вон там шманается. Сама деревня, где была, еще не вспахана. Так что посмотрим. Может, еще сейчас все равно что-нибудь зацепим. Выпала у меня капаушка, походу, или фиг знает, что такое. Вроде и капаушка. Блин, дождь идет еще, зараза. Похоже на капаушку сломанную. А может, деталь какая-то трактора. Непонятно. Коля, дождь идет. Сваливать пора. Только начали копать. Ёкаламане. Полчаса я, Коля, на этом распаханном доме крутился. Все равно, думаю, монеты тут должны быть. Опачка. По звуку была имперка. Да, Коля, копеечка. Копейка имперская. Николая. Сейчас оттерем, год посмотрим. Орел прослеживается. О! Копейка Николая Первого. Сейчас почистим. Ты что, домой поехали? У меня только монеты поперли. Вообще-то не замотит нас. Ну сейчас поедем, погоди. Я тут по мусорке, вот здесь дом походу стоял, Коля. Тут то ли амбар был, то ли... Да, да, его распахали. Я вот иду, еле-еле ловлю сигнал в мусоре. А вон вся та деревня, вон там стояла. Дождик у нас идет. Так, монетка, копейка у нас. А по году 1883, по-моему. Да. Или 88. 1888 или 83 копейка. Эх, монетос. Закругляться надо. У нас такой непланированный сегодня коп-то. Мы же сегодня квест закапывали. О, вороны летят. 2 штуки здоровые. Квест мы сегодня с Коляном делали. Говорю, давай пробежимся за одним. Уж приехали на такую даль так. Ладно, ищем дальше. Колясик, у меня монета. Хе-хе. Тут, походу, что-то, Коля, было. Звук такой был, как у креста. Походу, советы ранее. Вот точно. Точно, точно. Что по году? Ой, не так, вот так, 39-й год. 10 копеек 39-го года. Звучат, как металлопластика. Потому что медно-никелевый сплав. Пойдет. 10 копеек, 39-й год. Коля, думаешь, что-нибудь стоит? 100 рублей. 100 рублей, Коля сказал. Пусть так. У нас все журавли летают. Все, хочу их снять. И круги нарезают. Орут так противно. Колян хотел подкову выкинуть, говорит, божь брать. Я говорю, да ты чё, пацанам на стриме подгоним. Её вешают, между прочим, Коля, вот так на двери. У нас Кира, и вот так она стоит. Не так. Да, вот так, потому что это означает полная чаша добра. Над дверью её вешают. Кто вот так вешает, всё, из чаши всё уволилось, и бедствие живёт. Вот так, ребята, вешайте. У нас в городе неправильно дураки поставили вот так. Кто под ней фотографируется, то несчастье в семье одни. Имейте в виду, проклятая подкова. Мы ее с Коляном прокляли. Неправильно ебать поставили.
Еще, ребята, у меня монета выпала. Вот этот медно-никелевый сплав его. О, 37-й, Коля, год, раритет. Его ни с чем не спутаешь. Опять 1000 рублей, Коля. А в тот раз мы 37-й год с тобой нашли, он 1000 рублей стоит. А? 20? Не, 20 вообще ничего не стоит. Я сейчас покажу. Че, точно тебе говорю, 1000 рублей. Я помню, что там. 10 копеек было. 10 копеек, я, как я и говорю, 37-го года. Цена 1000 рублей. Оп, базовая цена, главное. Можно еще подороже продать. Второй раз я уже нахожу тут недавно, когда. На той неделе, по-моему, мы поднялись с Коляном. Где это? Серебро-то Колян поднимал, я там же нашел. Сохран отличный, почистить. Коляныч! Опять фарт у меня. Давай уж закругляться, наверное, будем. Мы же сегодня не планировали с тобой копать-то. Надо узнать, в хорошем сохране это будет, что 1000. Нет, там написано базовая цена 1000-то. Значит, от самого какалика убиенного. Хе-хе. У меня уже 2000. У меня опять монета. О, вот такие штучки красиво смотрятся, когда натюрморты делать. О, монета выпал, ребята. Опачки. Совдеп звучал опять. Как? Десять копеек. Год. 43-й, по-моему. Сейчас посмотрим. 43-й или 45-й. О, вот так их ложат и фотографируют. На старом чугунке. Вообще красиво смотрится. Сейчас почищу, покажу. О, ребята, такой я натюрморчик сделал. Что-то у меня фонит от телефона. Е, вот так. Итак, 10 копеек, 1945 год. Медно-никелевый сплав. Масса 1,8 грамма, диаметр 17,27 миллиметров. Курт ребристый, базовая цена 200 рублей. Опачки. Ну как тебе, Коля, мой натюрморт? Вон ям-то, смотри, сколько накопано. Здесь кто-то уже прилично покопал. Все истоптано вообще. Все поле такое затоптано. Одни ямы на яме. Но покопали плохо. О, ребята, сигнал. Наконец-то. Двояк пробитый. Офигеть. Хе-хе. Кто-то пробил двояк. Ладно, будем дальше. Тут если приловчиться, в принципе, можно копать-то. Есть находки. Красная армия всех сильней. Пуговица. Вылетела. Фигня, но все же находочка, как-никак. Может, Красная армия еще? РКК? А может и нет. Там империя. Надо ждать, когда тополя спашут. Здесь уже что-то советы одни идут. Пулю нашел. Это японский карабин. Забыл, как называется. В одном из видео, я не знаю, но мы весной еще не опубликовано. Может, уже опубликовал, когда сейчас это вы увидите, а может нет. На зиму, может, оставил. 2 патрона я таких нашел. Еще милицию издал. Деньги за них предлагали целые. Тут это японский карабин. Пули от него такие серьезные. Колясик там что-то приуныл. Что-то нашел. Можно ходить, можно. Мусорка такая выбита. Яма на яме. А все равно есть находки. Но будем закругляться. Всему свое время и мера. Да, забыл рассказать историю. Между прочим, как-то в ранних видео я рассказывал про то поле. Вот оно, то поле. Там деревня Носки вроде стояла. И ехала семья с покоса. Вот здесь дорога идет, трактор. Вот она идет здесь. Ехала семья. И на этом поле огненный шар из земли вышел. Повисел, повисел и обратно в землю ушел. Вот прямо здесь, на этом месте.
Парадокс. Люди говорят, что клад здесь показался. Время выходить ему. Ну, сколько мы не искали этот клад, пока не дается он нам. Ну, нынче правильно искали. Может, уже дался бы. Там тоже, между прочим, деревня. Ну, бывшая. Нашел я ключ, ребята. От замка, где деньги. О, древнегреческий. Дима у нас вон ходит. Ищет. Ладно, пойду дальше. Идем по полю с Коляном, я говорю, сейчас все равно, пока к квадроциклу идем, последняя находка. Коляныч, покажи яму, какую мы вырыли. Вот в этом комочке что-то есть. Че, где Коляныч? Звучит очень хорошо. Надеемся, что полтина серебряная. Все, Коляныч. Вот здесь. Уже близко, Коля. Хе-хе-хе. Тьфу ты, блин. Че? Ё-моё. Пуговица самодельная. Ни хрена не полтина. Да. Алюмишка. Вон, видишь, как вырезали и пришивали. Ага. Хе-хе, ты что там снимаешь-то кого? Тебя. А, молодец. Руку твою. Обломились, Коля, не полтина. Сейчас да. Идем. Еще время есть, вон, смотри, да сколько, до квадроцикла. Ладно, дальше идем. Покажи, куда нам. Нам вот туда, на, там у нас квадроцикл. Ой, туда далеко. Сейчас, погоди, полтину выцепим. Ладно, все, выключаю. У Коляна как монету найдет, он сразу же сигарету закуривает. Сейчас у Коляна выпала находка, у меня там пуговица алюминиевая. Колян говорит, монета. Че, Рарик? О, да у тебя тут это, цари. Копейки серебром, походу, отсюда вижу. То... Нет. Да. О, это, по-моему, чудо Колян у тебя. Не знаю. Или царица полей. Не, мало для царицы полей. Сейчас, ребят, мы почистим. И Коляныч, походу, опять чемпион сегодня. На последней минуте матча выцепил монету. Да. Колян выцепил одну копейку. 1828 год. Потом она в квест, Коля, ее бросим кому-нибудь, да? У меня там дофига еще для квестов. Всякого шмудика и монет. Хватит еще на 3 или на 4 квеста полноценных. Че, на, бери монету-то. Ладно. Топорик лежит такой прикольный. Коляну говорю, бери домой. Отреставрируешь. Небольшой. Он говорит, нафиг он нужен. А мне тоже нафиг нужен. С упором совсем. Томагавк. Коля! О, нормальный. Берешь? Бери нормальный топор. Насадишь дома, заточишь и... Вперед за дровами. Вон там внизу, наверное, вся монета. Походу это, Коля, смотри, понял? Ну-ка попробуй, на последней минуте матча нормальный сигнал я выцепил. 89.90. Говорю. Да там полтинник у тебя. Полтинник, не меньше, Коля. Как бы это, полтину екатерининскую не зацарапить. Вон она. Опачки, колясик. Павел, копейка Павла. Ага. Я тебе говорю, они внизу все деньги. 1800 год. Сейчас, ребят, покажу, почищу. Такая уставшая она вся в окиси. Павел первый. Копейка, 1800 год. В принципе, если зелень снять, так может и что-то восстановится. В патине во всей зеленой. Но все же находочка. Как-никак, Колян опять в поле убежал. Я говорю, поехали домой так. Он говорит, сейчас полтину найду. Хе-хе. Коля, домой. Быстренько.
Уже почти подошли к квадроциклу. Думаю, моя последняя монета. Вот. Нифига, Колян опять выцепил монету. Так, чё, Колян, получается, твоя будет последняя монета. Несправедливость опять. Сейчас пробежимся еще здесь. Да я уж домой хочу. Так устал сегодня. Вот у тебя вообще Павел опять. Ты заколебал ку... Нет, не Павел. О, это что такое у тебя тут? Медаль. Не-не-не, погоди, какой медаль? Это на копейку Екатерины похоже. В облаках. Или это вензель у нее? Тут такие укислы. Это, в общем, ты в облаках нашел копейку медную. Думаю. Да, вон два лебедя. Сейчас почищу, посмотрю. О, давай почисти пока. Так она что у тебя убитая, все равно походу. Хотя если окиси снять, то может быть что-то и будет. Давай, Колян, чеши, может еще будет. Они сверху-то все сюда стащили. А вон туда идти, там монета вся. Чистил я ее, чистил. Чистил, чистил. И все рельефы-то вообще исчезли. Фиг знает, непонятно, что это такое. Ну, большая монета. Не Павел, слушай, Павел, чуть потоньше вроде. Эх, колясик, почва здесь ужасная. Поехали-ка домой давай. И это все-таки последняя монета, ребята, за мной будет сегодня. Хоть и какалик, но... Но что-то тоже проявляется. Что-то маленькое, непонятно. Елизавета вроде. Сейчас щеточку пройдусь, может, что увидим. Колясик, я тебя сделал. Полушка, 1770 год. Убитие насмерть. Здесь мужик на коне должен быть. И внизу полушка написана. Но год, как видите, читается. 1770. Коляныч в кураж вошел. А мы сразу же отсюда убежали туда, вон, к той деревне напрямую. Здесь не походили. А есть, так все равно в таком сохране-то нахрен не нужны такие монеты. Как находка приятна-то, а как монета-то на чем, вообще ни о чем. Показатель, что есть просто монеты. Опачки, сколько мы с Коляном набрали. Колян сегодня не в ударе. Но все же. Зато эта Коля твоя. И это твоя еще. Я еще конину там столько набрал. О, у меня зато серебрушка выскочила. Пуговку нашел. Советы. Копеечка есть. Находки есть, но что такие? А, я еще эту нашел, Павла. Точно, про Павла-то забыл. Совершенно копеечку павляцкую. 1800 год. Да, Коля? Угу. И КПУшка у меня, а может не КПУшка, хрен его знает. Почва херовая, все гниет. Совдеп один только нормально. Что там у тебя в кармане есть? Да, чешуй-то нашел, не могу найти. А, медная у тебя копейка там была, чешуйчатая. Итак, на сегодня наша экспедиция закончена. Экспедиция была плюшевая, в плане того, что не планировалось. Мы снимали совершенно другое мое мероприятие, квест снимали. Я думаю, давай заедем, Колян, за одним уже, пока приехали. Так. Походили, сами видели, находки есть. Но мы никогда без находок не остаемся. У нас земли богатые, да и парни мы фартовые. Сейчас ехать по траве. А может здесь стартанем по этому, не? А, вон тут есть канава, не переехать. Хе-хе, точно. Спасибо всем, кто смотрел. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте грозные лайки, пишите комментарии. А мы продолжаем снимать и радовать вас новыми видимыми. Первый день осени у нас. Да. Осень началась. Холодно. Хе-хе, результаты есть. Ну, холодно, да. Рацию, Колян, выключаем. Точно. Всем пока. Пока всем. На сколько килограмм? На кило. Давай, выводи. Коляныч, за работой. Профессионализм. Че, она куда уходит? Вон она. Коля. Опа. Тихо-тихо-тихо. Лодку не проткни. Лесной. Молодцом, Коляныч. Талант не пропьешь. Ну да.
Ты ее не убивал бы? Ножиком вот так, сюда-сюда, между глаз, и она умерла. Я вчера так и делал, как ты меня научил. Да, и не надо ломать. Смотри, ты ее зацепил-то за нос. Хорошо. Ага, она не за рот зацепилась-то, Коля? Не, просто так блесна сыграла. А, сыграла. Вчера я вот так вот делал, как ты меня учил. Давай пацанам покажем, как щук нам убивать. Есть нож-то у тебя? Да не, у меня есть лучше. Лучше. Моя школа, Колян. Да, в мозг ей. Протыкаешь. Все. И все. Даже повыше сюда вот. Здесь где-то ты сейчас. Да, да, да. Все. Все, она больше никуда не денется. Все. Сейчас нас с тобой, правда, эти порвут. Да. Как они. Ну и Коляныч. Первый улов. Фу, рыба изморал меня. Что, зато поймаю. Нормальный улов. Нормально. Берем. Берем. Куканы, да, что не делаешь, Коля? Да блин, надо сделать или купить, не знаю. А? Куканчики это бы хорошо, живую бы привозили. Живую и бы. И вот так башку не надо дырявить. А, да. Но если бы я 11 штук прицепил на кукан, так они бы меня утащили бы куда-нибудь, я думаю. Так, первая есть. А я как раз блесну перецепляю. Твоя блесна-то вообще. Ну да. Давай дальше ищем.